А если бы, допустим, на минутку, был не наказан первый мир потопом, прах развратился, знаем не на шутку, весь мир в объятиях к дьяволу потопал, то что бы стало с Ноем, с кораблем? Мир утонул в разврате бы, как ныне, и шар земной пришлось отдать на слом, и, значит, ты и я, не бывши, мимо. А если бы Содом не прогорел, и море мертвое его не поглотило, уже тогда сегодняшний гарем заполнило бы меньшинством, и все мимо. Благословенны струи из дождя, и огненный поток благословен. Земля встречает судью вождя, ему спасителем быть всюду во главе. А если бы жена у Авраама осталась в фараоновом гареме, пришли бы уже тогда к сегодняшнему сраму и к слепоте, к раздвоенному зрению. Допустим, с голоду не выжил бы Яков, колодцы Исаака сразу пересохли. Тогда бы и скатились до вселенской драки, с духовной трапезой дела бы были плохи. Не приведи Господь Саулу одолеть, перехватить Давида на постели. Но выпрыгнул в окно гигант атлет, иначе бы псалмов не знали и не пели. Если бы пророки испугались, попрятали написанное в сейфы, кто обличил бы гадов, считали только гадость, без слова истины забились под застрехи. Как страшны строки, если бы не так. И хорошо, что все не по-людскому. Но Божий план не звел с небес Христа, по-божьему печется, блин, не комом. 6 апреля 2006 года.